Всем привет, добро пожаловать на канал Вот Макс. Сегодня мы с вами посмотрим одну нейросеть, которая умеет создавать такие картины, картинки всякие разные. Поэтому давайте посмотрим, что она делает. Поехали. Так, ну вот, мы с вами в нашей нейросети. Она называется нейрохолст, генерация изображения, описание здесь. Все, давайте посмотрим. Я уже зарегистрировался, то есть вот Макс, вот мой аккаунт. Тут написано, у вас пока нет сгенерированных изображений, установите параметры и попробуйте создать свое первое изображение. Вот. Что здесь есть? У нас есть описание. Пишите то, что хотели бы сгенерировать, то есть нашу картинку. Исключение тут пишут, то есть блюр, то есть не будет заблюрено все, замазано, так размытость тоже, и не будет какого-то такого мультяшной картинки. Свое изображение, тут вы можете загрузить свое изображение для создания вариаций. Какое будет разрешение картинки, там вот можно выбрать 1.1, то что прям такая маленькая картинка будет, и 4.5, например. Давайте попробуем 4.5. параметры, количество изображений 3, или сразу можно 10, или 1, 2. Давайте поставим 2. Шагов прорисовки 25, степень соответствия 5. Давайте немного повысим прорисовку, тоже повысим. Так, ну или... И... Давайте, так. Напишите то, что хотели бы сгенерировать. Так, ну что можно сгенерировать, например? Давайте придумаем. Например... корабль среди, так, среди океана. Рядом необитаемый остров. Ну и качество, не знаю, давайте попробуем 8К. Так, чё? Шаг первый предпринять хотя бы. 8К. Ну и ждем сгенерировать 2 изображения. Мы потратим на это 4,3 краски. У нас их 13. Давайте. Жмем. Идет генерация изображения. Посмотрим, что получится. Так, две картинки наши сгенерировались, но как я посмотрю, ой, как-то непонятно. Я написал, во-первых, корабль с синими парусами среди океана, рядом необитаемый остров. Чё получилось в итоге? Корабль мы видим, с синими парусами нет. Паруса белые. Среди океана, да, он среди океана. Рядом необитаемый остров. Где здесь необитаемый остров? Где он? Его нету. Вот тут, ну, вот это, может быть, он посчитал за остров, камни какие-то. Вдалеке корабли. И второй тоже. А 8К вообще не получилось. Он написал то, что какая-то ошибка. Ну, поэтому вот такой сайт, такая нейросеть. Проверили, посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Вот Макс.